Тигренок – это уникальный конкурс для школьников, который проводится уже второй раз. В названии зашифрована дисциплина «Теория игр» – математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. В рамках конкурса школьники соревновались в логических играх из области математики, физики, лингвистики, информатики и теории решения изобретательских задач. Только в играх люди развиваются, становятся лучше, решают сложные задачи, преодолевают себя, преодолевают трудности. И чем раньше человек включится в этот процесс принятия решений, выдвижения идей, предложения новых форматов, необычных решений, простых и сложных задач, развитие, новые ступени в своем развитии. Таким образом и происходит вот становление интересного человека. «Тигренок» проводился в два этапа. Заочный этап собрал почти 1000 участников, среди которых жители Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала. В очном туре приняли участие 144 вундеркинда, которые показали класс в заочном туре. Я волнуюсь немного, но не сильно. Потому что я не знаю, куда идти сейчас. Время знаю, а какие кабинеты не знаю. Мы развиваем логику, нам становится интереснее, и мы больше познаем. С одной стороны, для ума нашего полезно. А с другой стороны, это, конечно, все-таки, можно сказать, что как бы развлекательная олимпиада. То есть такая обстановка, что хорошая обстановка. То, что игры – один из лучших способов тренировки ума, знали еще великие мудрецы древности. Сегодня многообразие развивающих игр позволяет детям учиться в удовольствии и добиваться интеллектуальных побед едва ли не с пеленок. И благодаря этому каждое новое поколение всегда чуточку умнее предыдущего. Георгий Лаев, Николай Салдаев, Евразион ТВ.